танцы, песни, конкурс фотографий и фильмов. Свое творчество представили ребята со всего Одинцовского района. Работы объединены главной темой года – вопросами экологии. Что такое экология, мы себе прекрасно понимаем. О том, что природу мы любим, и ее воспевают в творчестве практически всех писателей, которые были на Голицынской земле, это мы тоже знаем. Самым младшим участникам фестиваля всего 5 лет – старшие выпускники школ и первокурсники. Многие коллективы выступают смешанными возрастными составами, причем каждый участник играет особую, свою роль. Всероссийский год экологии должен привлечь внимание общественности к проблемам живого мира. Подмосковье всегда славилось своими зелеными зонами, сохранности которых сегодня уделяют особое внимание. Год экологии – это не только громкие слова, это не только речь президента, который обращается к нам о том, что это должно быть. Это реальные дела, в том числе и администрации, и каждого жителя Голицына. Мы за чистые проспекты, мы за прозрачную воду в наших прудах. Фестиваль продлится до мая. Все это время жюри будет пристально наблюдать за конкурсантами. Организаторы убеждены, важно с самого раннего детства заметить в ребенке талант, который можно будет развить во что-то большое. Здесь творили великий Пушкин и Лермонтов, писал свои картины Рерих, сочинял Чайковский. Подмосковная земля всегда притягивала таланты. И задача подобных фестивалей – убедиться в том, что впереди нас ждут еще многие шедевры, которые станут частью русской и мировой культуры. Святослав Савенков, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».